Обычно, когда мы выступаем с подобными концертами в Москве, на самом деле в Москве мы играли уже с таким концертом 4 раза, в Питере только 2 раз, у нас это проходит в форме так называемого творческого вечера. Да, как бы незабавно это звучало. А творческий вечер отличается от обычного концерта, в том числе еще и тем, что происходит некий интерактив с залом, стоит микрофон, и публика, тогда, когда мы это позволяем, задает вопросы, а мы на них отвечаем. Хотите, мы тоже введем сегодня элементы подобного интерактива? Если вдруг вас что-то волнует давно, и вы не смогли найти ответ на свой вопрос на, так сказать, просторах интернета, или по телефону доверия, или просто почерпнуть ответ на этот вопрос из собственного жизненного опыта, пожалуйста, вот для вас счастливая, уникальная возможность задать ваш вопрос и получить по возможности откровенный ответ. Прямо сейчас. Можно я? Нет, как раз вам нельзя. Сегодня не ваш день. Почему? Один можно, ладно. Я так долго добирался. На самом деле, я очень ваш большой поклонник. Я прибыл с Владивостока. Попадем тогда и нам. Мы доезжали до Владивостока 3 раза. А он приезжал до Питера, не только в Москву. В силу своего возраста я попал на последний ваш концерт в Бисби. Сейчас вот, к сожалению, Бисби толком не функционирует. У них забрали лицензию на алкоголь. Вот. И я безумно рад, что попал там сегодня. Это был не вопрос, это просто мое... Большое спасибо. Мы, по крайней мере, знаем, что именно случилось с клубом Бисби. А то мы сидим в Москве и думаем, ну что же, какие проблемы интересные. А вот и ответ. Ну что ж, нам тоже безумно вас радостно видеть вас сегодня здесь. Все-таки 10 тысяч километров или даже больше. 8. Это, как говорится, не хуй собачий. Но спасибо, что вы здесь сегодня. Если еще уже, то есть у новых вопросов нет, мы продолжим пение, с вашего позволения. А можно вопрос? Нет. Я же говорю, сегодня я не к вопросу. Просто пока вы сидели в примерке, тут играл перед концертом, да, по-моему, весь путь сказали. Мы ничего не имеем против творчества Адриана Челентано. Вот тут палочка поет в туалете. А как старые вам относятся? Ну, как к вам относятся? Не расслышали вопрос, извините. Так, старые женщины или что, как вам старые люди? Да, старые женщины, так скажем. Ну, поехали дальше. Yeah.
Солнце и небо.